Показатели по заболеваемости гриппом и ОРВИ в регионе в 2015 году заметно ниже, чем обычно в этот период. Только радоваться, отмечают специалисты Роспотребнадзора, пока рано. Превышения, хоть и незначительные, зафиксированы лишь среди подрастающего поколения. Но они все носят сезонный характер и не являются эпидемическим признаком. Абсолютно все заболевшие непривитые. И это свидетельствует лишний раз о том, что вакцинация на сегодняшний день является единственным средством для профилактики гриппа. Среди других вирусных инфекций у нас регистрируется аденовирусная инфекция, парагрипп и РС-вирусная инфекция. Дальнейший рост заболеваемости ОРВИ и гриппом эпидемиологи Роспотребнадзора прогнозируют на ближайшие 3 недели. Если цифры вырастут хотя бы на 20%, то можно будет считать, что область подойдет к эпидпорогу. При наличии первых признаков необходимо обратиться за медицинской помощью в учреждение здравоохранения, получить адекватное обследование и медицинскую помощь в соответствии с клиническими проявлениями, с данными лабораторных исследований и не заниматься самолечением. В бытовых условиях отличить заболевание гриппом от ОРВИ крайне трудно. Только вот последствия при гриппе гораздо серьезнее, чем у других острых вирусных инфекций. Поэтому наряду с вакцинацией специалисты рекомендуют не забывать и о народных методах профилактики заболеваний. Прежде всего, чаще находиться на свежем воздухе, заниматься спортом, не забывать о витаминах и проветривать помещение. Татьяна Глазова, события Брянск.